Меня зовут Чижик Роман, мне 17 лет, и я ученик 11 класса, представляю школу номер 53 города Сочи Адлерского района. Я прочту стихотворение, написанное мной, которое называется «Душа поэта». Меня все топчут, топчут в эту грязь, кидают помидоры мне на сцену. Давайте, оскорбляйтесь, не стыдясь, пинать талант, как мячиком об стену. Так, терплю фиаско. Зло превыше дня. Рождается во мне самокритичность. Вы же умеете хвалить, но не меня. На то и слово есть аналогичность. Все, победили. Так втоптали в днище, что выбраться могу только во сне. Но даже вами сон был в час похищен. Забрали даже то, что есть у всех. Я эту боль могу жевать хоть каждый вечер. Не часто каждый вечер будет жить. И стая ласточек в душе зажжет мне свечи, и, может, даст мне наконец-то полюбить. Ведь я в любви не очень разбираюсь, с такими язвами внутри не до нее. При звуках джаза я пою и наслаждаюсь, а звук любви пока мне кажется враньем. Бывало, можно посидеть на дне рождения, а там старушки запевают про коня. Теперь же, что сказать мне в заключении? Все праздники со сборником Дюма. Вот говорили мне друзья, нужно расстаться и отпустить их критику в костер, вспомнить о том, что нужно подниматься, идти до славы и ползти до самых гор. И вот, когда ты пишешь, запыхаясь, пытаешься словить одну лишь суть, но вот опять только наброски оставляешь, моментами теряется мой путь. Ты просишь помощи у высшего всезнания. Ты хочешь свой оставить миру след. Лишают этого людские истязания. И да, поможет вера дать мне свет. Все ласточки бурлят с колен до шеи.